бывший ЦК завода СИД. Москва. Сейчас тут везде стройка идет. Скоро этих зданий уже не будет. Ну, зайдем в цех, посмотрим. Такая разруха. Это раздевалки, скорее всего. Сейчас посмотрим, сможем мы верхом пойти или нет. А вот здесь мы сможем пройти. А, уже на крышу не пойдем, наверное. А как тут? Что тут делается? Крышу не пойдем. Здесь надо пройти этот корпус. Год. Последние данные. Сейчас зайду с другой стороны. Грязь, грязь, вода капает. Главное на гвозди не наступить. Тут полно тут всего. Вот так. Солнышко. Шторы еще висят. Это архив, наверное. Воды много. Грязь, вода. Сейф. Пустой, конечно.
документы, которые никому уже не нужны. По какой грязи надо ходить тут? Сюда не пойду. О, какой-то архивный отдел, наверное. Сколько папочек и папок. Все расставлено, расписано. Наверное, какой-то актовый зал был, сцена. Электропианино. Или просто пианино. Не электро даже, да. Абсолютно неинтересно. Вот. И там, смотри, открыли, если идти выше, то разговор какая-то там маленький. Ну, выходим отсюда. Выход на стройку. Замечательные калечки. Так, ну, это вручную. Рабочими чертежами. А что у нас там на чертежах? Изображено. Да, догадайся, как говорится. А вот ЗИО. Торговый дом ЗИО. Дерево вот это вшито, говно. Ну, потом все делали. Я помню, на одном из НПО был в комнате, в которой хранили секреты, то есть там печатные и все такое. Там, может, двойные стены были. Звук вообще не помыли. Вот самая интересная комната, которую я здесь видел. Внешний отпадок и внутренний отпадок. Немножечко на столке рыбы. Это я помню, у меня мама ставили телевизоры, которые сейчас с кинескопами. Они у них кинескоп покрыт графитом. Да. Вот, ну для улучшения, да, это электропроводности. У меня матушка однажды решила его отпыливать. И смотри, какой он грязный. Такой, мать, блин, ты что делаешь, блин? Я бы еще в 7-м классе, блин, даже понимал. Да? Ну, о чем ты мне рассказывал? Да, да, да. Вот здесь, где здесь. Здесь
замочек. Знаешь, как диггеры прикалывались? Они, короче, брали шахты, взламывали замок, вешали свой, и потом хотели своему. А монтеры приходят, нихуя попасть не могут. Так, сейчас. О. И самый волнующий момент. Еще раз. Дубль два. Отработка механизма. Нажимаем кнопку и извлекаем дискету из дисковода. Дай. Вот, вставляем вот так. Сколько там? 360 килобайт, 720 килобайт были? Double size, 720. 720 килобайт. Немножечко MP3-шки можно записать. Я решил спуститься сейчас на второй этаж. Здесь лифт был. Кстати, вот тут вот и лифт сам. Лифтовая шахта такая. Тележка. Сейчас пойдем на второй этаж. Здесь люди перебивались. Очень много шкафов. И душ. Там душевая находится. Потом посмотрим. Так. Умывальники, конечно, разбили. А вот интересно, как, зачем нужны были эти прожекторы, которые направлены на душевую. Такие мощные прожекторы. Ох, тряпья сколько. Какая теснота была. Как же они тут переодевались. Шкафчики, замочки. Что-то вскрыто, что-то нет. Вот здесь побольше проход, так чтобы понять. Вот. Рабочая одежда, в общем. Завод закрылся, никому ничего не надо. Все покидали. Вот часы висят. Ну ладно, дальше смысла нет идти, все одно и то же. Разворачиваем. Вот интересный экспонат. Что это? Это типа бутылка водки. Столичная. Значит, после смены народ, скорее всего, что-то принимал. Посмотреть, как там все было устроено. Если пройдем, должен пройти. Господи, ладно. Ну что, проходим или нет? Тут темно. Прожекторы не работают, а я свет взял. Ну ладно, вот душевые. Так, от света вот так вот снимем.
Все, дальше смысла нет идти. Все одно и то же, я думаю. Да, несколько таких помещений. И опять раздевалка, да? Наверное, женская и мужская. Ладно, не пойду дальше. Темно и грязно. Тут еще ноги бы не сломать. Ну, вот такой один из цехов. Ну, себя немного сниму. Вот так. Надеюсь, что меня видно. Лифт, стой. Сейчас еще посмотрим один корпус. Солнышко выглянуло, но грязи много. Вот такой корпус. Ну вот, заходим еще в один корпус. Понятно. Документы также валяются. Никому не нужны. Да, без света тут, конечно, ходить не очень приятно. Какое дело, комната отдыха, типа.
понятно. Туалет. Такой вот туалет, да. Так давно плитка хорошая, кафельная плитка. На выход. Thank you.